Хотите начать бизнес в сфере строительства? Ищите свою нишу? Предложите заказчикам новый отделочный материал, гибкий камень и термопанели, готовый бизнес с низким порогом входа, быстрой окупаемостью и стабильно высоким доходом. Гибкий камень и термопанели используются на любых фасадах. Частные дома, дачи, гаражи, многоэтажки. Кроме того, камень с успехом применяют для отделки интерьеров, стены, полы, ступени, камины, влажные помещения. Все что угодно, вплоть до мебели и светильников. Гибкий камень, гибкий кирпич, гибкая плитка, фасадные обои ⁇ все это разные модификации одного и того же продукта. Суть технологии заключается в следующем. В специальной оснастке создаются рисунки из песка и мраморной крошки. Они переносятся на армирующую основу и закрепляются с помощью полимера. Термопанели ⁇ это тот же декоративный слой, нанесенный на плиты любого утеплителя. Гибкий камень стабилен и долговечен, не трескается, не выцветает и не поддерживает горение. Ему можно придать практически любую форму, цвет и фактуру. По нашей технологии вы сможете производить очень широкий ассортимент продукции. Это гибкий камень с имитацией под мрамор, песчаник, дагестанский камень, различные природные породы и так далее. Также можно имитировать кожу рептилии можно сделать поверхности глянцевыми, гладкими и так далее, добиться того, чтобы они были прочными, чтобы можно было использовать их на столешницах, на полах и на подоконниках. Также можно наносить фреску на наш гибкий камень. Все то же самое можно производить и на любом твердом утеплителе. То есть это пенополистирол, экструдированный пенополистирол или минплита. Монтаж гибкого камня и термопанелей прост и не требует специальных навыков. Материал просто клеится к стене с помощью соответствующего клеевого раствора. Работы проводятся в любой сезон при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов. Вот этот материал можно фактически на любую стенку приклеивать, даже на дерево. На неровные стены делается на пятаки, на ровную подгребенку. Угловые элементы термопанелей вырезаются прямо на месте специальным аппаратом, который можно изготовить самостоятельно по нашим чертежам. Организовать производство гибкого камня и термопанелей несложно. В цехе нет ни запаха, ни шума, поэтому устроить его можно в любом отапливаемом помещении, даже на цокольном этаже жилого дома. В среднем за 8-часовую рабочую смену два человека могут производить 100-150 метров квадратных готовой продукции. Нам приезжали на обучение даже а, взрослые люди или, наоборот, а, с детьми приезжали. И молодой парень 12 лет спокойно смог создать рисунок. Песок и мраморная крошка ⁇ это дешевый и распространенный материал. Его поставщики есть во всех регионах России, и мы дадим вам их контакты. Прочие расходники можно купить в любом строительном магазине. Только с одного заказа отделки фасада дома средних размеров ваша прибыль составит порядка 140 тысяч рублей. То есть уже с первого заказа можно окупить затраты, а со второго прилично заработать. Наши партнеры уже успешно работают по всей России и в странах СНГ, купив нашу франшизу и обучившись технологиям, вы тоже сможете организовать рентабельный и надежный бизнес. На данный момент рынок открыт, товар сам востребован. Почему мы знаем, что он востребован? Да потому что к нам приходят заявки регулярно с различных регионов, не только по России, но и из ближнего зарубежья. И это будет то же самое, что и с производством пластиковых окон. То есть те, кто были в начале производства, в начале этого бизнеса развития, они сейчас занимают лидирующие позиции. Производство гибкого камня и термопанелей ⁇ это реальный шанс начать работать на себя быстро, четко и с минимальными затратами.